Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня мы с вами начинаем прохождение игрушки под названием Ghost in the Shell. Игрушка у нас 97-го года выпуска от разработчика, там их несколько, это Exact, Ultra и Sugar and Rockets. Издатель у нас THQ в жанре экшн-шутер. Попалась она нам на прохождение, посмотрим, что за игрушенька такая. Вроде что-то посмотрел по роликам, по всему, не по роликам, а по этим, по скриншотам, вроде что-то такое интересное. Я хотел зайти и попробовать в опции, посмотреть, чего у нас здесь есть. Она, короче, на английском, хоть и русская, ну, в смысле, я русскую скачал, но она вся на английском. Sound, в принципе, нормально. Movie config, mission config, movie thread exit. Подожди, окей, конфиг, что тут? L1, 2, slide to the left, slide to the right, no use, shoot, квадратик. Так, квадратик, стрелять, X, прыгать и использовать нолик гранату. Ну, в принципе, я так понимаю, всего вот это и все кнопки, да? Не-не, подожди, так неудобно будет. Давай на А останемся. Вот на таком тайпе. Так, как есть, так и останемся. Ну, в принципе, все, тогда погнали на прохождялочку. И что мы здесь имеем? Mission Start, да? Я так понимаю, что да. Ну, все, погнали. Посмотрим, чего за игрушка. Ghost in the Shell. Призрак в доспехах. Во. Спасибо, сэр. Подождите минутку. Вот и я. Ну что же, проведем у тебя досмотр? Как же долго до вас добираться? К тому же я всю ночь не спал. Бедненький. Ты 40 минут назад был сон. Ну и где же тебя так мучили? Если не спать, то выглядишь как покойник, правда? Взрывчатых веществ 650 грамм. Тяжелораненых 18 человек. Из сектора вышел корабль на защиту населения. Соберите, пожалуйста, группу. Эта бригада такая скучная. Отставить разговоры. Жизнь — это ирония судьбы. И даже глупые идеи хороши, если можно все исправить и восстановить. А как же гость? Этот центр скоро всем принесет удачу и мир. И солнечное сияние опять будет радовать людей. Город оживет. Экипировка должна быть защитной. На местности главное поддерживать мир. Это можно сделать множеством способов. Это ловушка, ловушка. Трудно будет остановить восстание. Приехал, приехал. Что? Теперь все будет как раньше. Ты всем покажешь. О чем ты говоришь? Футико, его поддержка придаст всем нам стойкости. Походу перевод закончился немножко раньше, чем нужно было, да?
Сообщение из центра. Внимание! Внимание! Террористы фактически за один день развернули полномасштабные боевые действия. Вас понял. Что-то ничего не видно. Если не отсюда, то откуда же? Разведка развернута лишь наполовину. Вас понял. Мы кормим столько агентов. Каким же образом они собираются туда войти? Корабль зайдет в шестой док. Нужно поменять положение доков. Что бы ни случилось, нужно нейтрализовать всех врагов. Конец связи. Уничтожьте все, только не спите там. Подготовьте флаг к бою. Да, прикольнейший перевод, когда все в одну строчку, без всех. Так, мы... Ага. Ой, так, подожди, стоп, сейчас. Подождите секунду. Воу-воу-воу-воу. Я разберусь с управлением, как стрелять. Квадратик. Так, хорошо, нифига себе, как все громко. Ну да ладно, окей, нормально все. Так, я могу лазить. А ну-ка, подожди, есть тут... Ой, нет, нифига по настройкам. Ну, спасибо. Как назад... Так, я могу слайдить в стороны, это уже хорошо, это мне нравится. Так, вот это противники, да? Автонаведение на них есть? Нет, да? Придется самому наводиться. Хорошо, они меня клоцают пока что. Так, что у нас по карте? Где мои жизни? Мои жизни синие, да? Хорошо, ладно. Таргет, 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 блин, таргет с мощным... Жесткий таргет. Оу, тихо, что происходит? Три мокей скорт, код, короче, три каких-то ключа еще нужно найти. А что с них, ничего не падает? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. О, ты что, в смысле? Я ж тебя только что убивал. Нет? Да блин, не туда слайдю. Так, хорошо, ну слайдить можно нормально, так-то я вижу, окей. Ну-ка ты. Подожди, а что-то... Не понял, сейчас, одну секунду. Что за херня? И чё? Чё нажимать? А что нажимать-то? Там, короче, кнопка квадрат... Так, блин, что за... Ты умеешь и по стенам лазить. Ууу, нифига я тут выдал. Там ракеты, короче, хреначить можно вообще жестко. Так, ты сдохнешь сегодня, нет? Спасибо, кей-код. Так, а тут можно лазить по стенам. Прикол. Опа, что-то есть, смотри. Что это? Гранату взяли. Так, а ты чё, ублюдок? Думаешь, не возьму тебя, что ли? Ха-ха, у меня же это нормальная штука. Смотри, какая гуляет, неплохо. Так, вроде пока все отлично. Так, вот это что он может цепляться за здание, это, конечно, прикольно. Белая точка, что такое белая точка? Противник, да? Ага, белая точка — это противники. Хорошо, я понял. Только, блин, такое, как здесь противники бесконечные, если что. Так, зеленая точка какие-то... А, шмоточки. Energy pack. Взял, короче, аптечку, хорош. Так, а ты чё? Скотина. Ха, хорош. А дают что-нибудь за них? Нет, вообще ничего не дают. Серьезно? Почему так? Так, смотрим зеленые белые точки. Так, что это? Это граната? Граната, хорошо, граната. Так, ищем какие-то приколюки. Так, спокойно, таргет. Зеленый таргет, это, я так понимаю, основная наша задача. Блин, слабаки, короче, они. Ладно, окей, еще один остался где-то. Надо что-то... А есть еще аптечки? Мне бы аптечку, потому что мне что-то жизни прям мало. Прям мне страшно. Я хочу восстановиться. Дайте аптечку, пожалуйста. Нету, что ли? Воу! Да блин, откуда вы беретесь, пацаны? Плохо, что они восстанавливаются, это, конечно, не очень, да. Так, что-то зеленое есть. Что это? Граната максимум левел. А вон там еще что-то... О, аптечка! Прикольно, что он лазить может, короче, по стенам. Это прикольно. Это по приколу. Тут что-то есть, тут что-то нет. Там что-то тоже нет. И там ничего нет, да? Так, push the target. Хорошо, тут у нас чувак... как бы мне его подловить? Давай попробуем... Воу! А, нифига себе, граната так-то работает. Она по площади бьет, даже если я не попадаю. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Валим. Куда валим? Валим на стрелочку. Блин, враги восстанавливаются. Вот это прям плохо. Где ты там?
Что ты вообще делаешь? Во-во-во-во-во-во, он плохо делает. Не-не-не-не, тебя нужно уничтожать сразу же. Где ты там, падла? Скотина. Наводящие ракеты херачит. Чё? Прошел миссию, наверное, да? Или еще нет? Warning! Warning! Moving object так тут хрядят. Блин, зараза, подрезал меня, сука. На! Так, босс! Босс, ломочим так... Так, куда крутишься? Да, нормаса, все, все нормаса, давай. Будем сейчас пулемет... А давай сейчас ракетами. На! Да, блин, что-то ракеты херня какая-то. Давай так его добью, короче, сейчас. Куда ты залез? Есть, хорош. Хе-хе-хе, отлично. Это был босс, да? Блин, а что-то, короче, не, по, не на весь экран, да? Так, это был босс. Mission complete. Time бонус, тра-та-та. Что-то там гренайт бонус, тра-та-та. Окей, все нормально. Я так не понял, подожди, слева... А, там немножко обрезают, да. Так, The Seaver, подожди, это канализация есть что-то? Seaver, на это данный вот, момент у нас один дезертир. Вас понял. Что это было такое? Плохо, хотя этого и следовало ожидать. Из центра передали, во что бы то ни стало провести розыск и задержание. Хорошо, мы направим на это наших лучших людей. Что-то в последнее время тут стало неспокойно. Эх, повеселимся. Эх, повеселимся. Такой перевод классный. Безэмоциональный. Вообще просто, чувак, как будто бы труп. Труп переводит. Так, push your missions. Хорошо, так. А ты не умеешь лазить по стенам здесь? Это не, это плохо. Так, подожди, это что, минги, что ли? А тут что? Тут закрыто. Хорошо, значит, тогда сюда. Да блин, жирный! Блин, а тут места так для маневрирования так там нету. Подождите. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Он сам переключил, если что. Воу! Да куда ты залез-то? Подождишь ты. Тут меня бьют. А, жизни восстановили. Спасибо. Жизни мне восстановили. Так, а меня по воде тащит. Немножко хорошо, все нормально, все нормально, все нормально. Ну ракеты как-то это стой. Это не. Я думал, это чувак стоит, это наклейка. Подожди, я как-то там вид меня. О. Только я не знаю, мне туда надо, лучше не надо, наверное, скорее всего. Потому что там страшно, там можно упасть. Идем, короче, так как есть. Так что там, ракета, аптечка, аптечка. Ну, берем, в принципе. Все равно сюда возвращаться. Ага, таки меня туда. Таки меня туда, да? А подожди, а сохраниться как? Сейчас не понял. Подожди, у меня миссия завершилась, но я при этом сохранение мне не дали. Она что, одноразовая? Серьезно? Если я, например, выйду сейчас, как мне тогда продолжить? Трояген. Трояген, это все очень классно. Да, за чуваков ничего не дают, это тоже не прикольно. Ладно, тогда будем сохраняться на quick state. Вау. Вау. Класс, night vision, ни хрена не видно. Что ты, куда ты? А, мне сюда. Бля, ничего не видно вообще. Хорошо, что хоть подсветка здесь есть противников. А то вообще ничего, вообще ничего не видно. Что это? Граната. Здесь, короче, гранаты и аптечки. Все, больше ничего нет. Отлично. Так, противник. Еще противник. Ага, на карте их-то отображают заранее, хорошо. Так, слева. Что-то там есть, но подожди, направо пойдем. Тут что-то лежит. Аптечка, да? Да, аптечка, хорошо. А что, прикольно, музычка такая, конечно. Оно, типа, я так понимаю, этот, да? Анимешка, типа, как. Это аниме. Вот зараза такая, попал. Короче, бежим вот так вот и стреляем. И все будет нормально. И мы выживаем просто в этом. Так, во, спасибо. Вот, вот так очень, очень даже классно. Да подожди, не включай ты его, хватит. Итак, во, вот так хорошо.
А у него что, дальность стрельбы есть или чего у этого чувака? Не у меня, а у того. Так, тут что-то народу прям много. Наводящее нельзя! Нельзя так делать. Так, хорошо, есть аптечка, возьмем. Секретки тут, я так понимаю, тоже нет никаких, так что ничего не нужно собирать. Просто едем к своей цели и все. О, еще аптечка, спасибо. Давай сохранюсь, полная жизни. Тут можно, я так понимаю, а зачем? Не надо, там потолок. Ой! Да блин, одну пульку выпустил и той попал. Собака. Так, ну автонаведение как, какое-никакое, но есть. А ты быстрее можешь ездить, например? Нет. Мне кажется, боком быстрее намного передвигается. Угу. Так, я же упасть не могу. Ну, наверное, скорее всего, туда. Ну да. Блин, так прикольно слайдит. Что такое? Миссию прошел или босс будет опять? Блять, босс. Каждому боссу нужен особый подход, да? Ой-ой-ой-ой, как все лагущает. А что происходит? Блин, гранат нет. Есть. Вроде как завалил. Фу, блин, вот этот был бы посложнее, тем более еще и лагает. А почему гранат у меня не было? Две штуки всего или чего? В комплекте две гранаты, так это ж мало. Что такое две гранаты? Это же хрен знает чего. Фаеркрекер. The Complex. Какой-то комплекс пришли. Давай. Из центра передают, что разведка должна немедленно принять какие-нибудь меры. На комбинате беспорядки. За все время, пока на суше царил беспредел, правосудие, которое делало вид, что ничего не замечает, ничего и не делало. Что ты говоришь? Это тебе не шутки. Так нельзя. Надо пробираться в сторону флага, который возвышается и виден в радиусе 10 километров. Из-за участившихся смертей надо ускорить эвакуацию. Ясно, разрушим все преграды. Вас понял. Что ж, разобьем их на части, так, чтобы от них осталось одно воспоминание. Да, вот это мастер перевода, конечно. Блин, как так можно переводить вообще? Таргет! В смысле? Не-не-не-не, я не договаривался так. Я не-не-не-не-не-не договаривались. Алло, пацаны, за время? Сколько штук? Не договаривались, отвечаю. Так, хорошо, быстренько смотрим, где оранжевые точки. И похрен на все, короче. Так, сколько? 4 осталось. Привет. Тупорылая турелька. Так, пушу за таргет. Еду. Еще 2. Где-то вот тут одна была. Быстрей. Все, есть, хорошо. Плюс 6, в смысле? Что еще сделать? Ай, блядь. Что делать? За 60 секунд нужно куда-то свалить. Вот так, куда ты лезешь? Поперестань. Так, лезу. Бегу. Куда? Сюда, все, я здесь. Блин, на время? Ты вы что, прикалываетесь, что ли? Чувак, не лезь, проблемы у меня. Вау! Еще 11. Много. Тихо, спокойно. Блин, еще турельки эти долбаные. Короче, херня мне. Да блин, перестань это самое, камеру мне менять. Ты если едешь, то едь нормально. Зачем ты мне камеру постоянно меняешь? Так, еще где? Забей. Блин, две еще. Две 22 секунды, быстренько. Сука, ты видел, где они? Я заметил.
Они так-то вот здесь. Блять, сука, 60 секунд. Зачем так было сделано? Зачем за время-то? Да бляха! Короче, давай, погнали, где? Еще и все нужно убить, зазора нету. Да пофиг, пацаны, мне на вас, я побежал. И так времени ни хрена нету. Так, быстрее. Зачем за время убивать эти бочки? Зачем? Это же нелогично нихера. Сука, тут одна. Не успеваю. Они сверху? Так подожди, это нереально. Это нереально. Я тебе отвечаю, там нереально просто за такое время это все сделать. Они еще и сверху, там пока залезешь. Серьезно? Так, Firecracker, третья миссия. Ну давай еще раз попробуем. Так, хорошо. Передают, что... Тогда ничего не делаем, просто бежим, все убиваем вот эту херню. Похер на этот. Просто бочки все. Максимально быстро. Да уйди ты, слышь! Так, быстро, 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 быстро. Да молодец, молодец. Потому что времени реально очень мало дают. Времени мало, реально. Так, быстро, быстро, быстро. Где эта штука? Так, тихо, спокойно. Так, блин, не туда. Полезли сразу наверх. Я думаю, они где-то здесь по-любому должны быть, нет? Energy Pack. Или где? Туда вот одна. Не вижу ни хрена вообще, все лагает. Все жестко очень. Да ты нахрен не нужен уже, все. Так, подожди, что по жизням, все нормально. Поехали дальше. 55 секунд, вроде нормально идем, да? Все нормально, мочи, 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 мочи. Да мочи ты нормально, все быстрее. Да пошел ты нахрен, мне времени нет с вами. Ба! Баловаться с вами нету времени. Так, тут же одна эта гребаная скотина. Так, где тут? Отвали, чувак! Так, ворнинг, где ворнинг? О, тихо, что-то там, что-то там, что-то там. Аптечка, это я возьму. Так, тихо, ворнинг, 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 акварит. Ворнинг! Ворнинг! Ворнинг, пацаны, ворнинг! Где ворнинг? Вот ворнинг. А, опять какая-то херня. Ты со своими подручными, что ли? На! Что он делает? Я не попадаю.
Так, спокойно. Давай в другую сторону. Ой, какой ты слабак! Вообще ни разу в меня даже не попал! Ой, слаботендра! Есть, хорошо. Гранат-бонус. Почему за гранат-бонус, я так понимаю, дают, если ты гранатами типа убиваешь или чего? Ой, Слава, вот это вот хреновый, блин, говорит. Найти лидера вооруженной кавалерии. 2 дня назад вооруженные лица совершили нападение. И с того инцидента они вышли победителями. Комбинация 27. Они использовали первоклассное оружие. Да, такой же случай был и в Бурунди. Сэр, подкрепление. Квартира 203, на все уйдет порядка 4-5 минут. Комбинация 27, очень странно. Что-то в последнее время ничего быстро не выходит. Проверьте еще раз. Хорошо, иногда это трудно сделать. Да уж. Все же, как красиво наверху. Особенно, когда видишь это своими глазами. Ага, не говори. Кризис окончен. Вояки, опаздывайте. Сухопутная, блин, тачка. Мы на сухопутке бегаем. Я почему нельзя летать? У нее там жопа. Подтверждение существования главного здания храма. И здесь всюду слышится шум. Скорость вооруженной кавалерии была 40 км в час. Сэр, полиция то исчезает, то появляется. В настоящее время войск, находящихся у нас в непосредственном подчинении, нет. В качестве компенсации придется выбросить за борт верующего. Что, сэр, как же можно? Вы понимаете, что делаете? Это должно подействовать наилучшим образом. Кроме того, задание будет постоянно меняться. Ясно. У нас есть результаты доброса. Возможно, там осталось немного людей. Ясно. 4, 3, 2, 1, пошел. У нее там в видео уже из шопы вылетали эти цеплялки. Так, мы по воде можем, да? Что делать? Просто лететь вперед? Нифига вы мощные, пацаны. Так, просто летим вперед, я так понимаю. Ну, вот это прикольно. Кстати, игрушка такая разнообразная, не однотипная, знаешь, как типа некоторые, что ты типа что-то одно и все у тебя больше. Ай, блин, сорян, не успел, пацаны. А что вы так делаете? Мне так обязательно так ехать, если я могу в сторону съехать. Ой! Сейчас не понял. Подожди, так а я на платформе, выпрыгни. Выпрыгни с платформы нахрен. Или это так и надо? Да иди ты нафиг, блин, заколебался своими ракетами. Это так и нужно, я на платформе? Я же могу слайдить, ну да. Сучка. Куда ехать? Бэу. 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 И чё? Где эти мотоциклисты? Вот этих нужно вынести, а то они ракетами херачат. Сучки. Оба-на! Далеко я еду вообще? Фух. Класс, прикольно. Гладить на этом, и надо на время, и по каналам ездить, и... Так, босс. Я так понимаю, да? Тайм. Блин, его-то за время нужно завалить. Какого хрена? А ну вот этого дай. Блин, гранат нету. Хорошо, плюс 30 секунд. Гранат нет! Ай! Собака, давай быстрее, ближе к нему, ближе. Что ты делаешь? Что он делает? Да... Ты можешь нормально себя вести, падла. Я ничего не понимаю. Все очень лагает, все такое непонятное. Все нормально, захерачили, хоть так. Ой, все, у меня уже пальцы болят. Просто вот это 50 кнопок нажимать сразу. То лево, то право, то квадратик. Это клацать нужно вообще, потому что если ты зажимаешь, у него ракеты эти наводящие, блин. Вот прям неудобно.
старый город, Old City, блин. В прошлый четверг сызной так и не появился. Сноровка уже не та, но все равно необходимо двигаться вперед. Стоит, лучше сказать, плыть по течению. Как ужасно, когда тебя контролируют. О чем ты только думаешь, зато это надежно. Ограниченность действий не может служить утешением. Что это? Тебя ждет товарищ. Угу. Товарищ. По палате. Надеюсь, не на время? Спасибо. Хоть что-то не на время пока что. Так, ладно, давайте, короче, на этом серию закончим, потому что я не знаю, сколько здесь миссий. А, вроде 12, подожди, я читал. Это если посчитать 1, 2, 3, 4, это какая уже? Пятая, получается? Ну, за несколько, за 3 серии можно ее пройти, получается. Если, я так понимаю, там сильно не тупить, то можно это все решить. Короче, давайте на этом серию закончим тогда. Вау. Вот здесь остановимся, а там пойдем, потом следующий пойдем, потому что уже полчаса, нормально. Все, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте, всем до встречи в следующей серии Ghost in the Shell. Да, и все, всем пока.